Парень, привет, меня зовут Владимир, мне 36 лет, и я брал у Володи Шамшурина персональный коучинг 4-дневный, ну вот, который мы замечательно с ним отработали. Я побегал с ним 4 дня в Москве. Что тебе сказать? Я вообще хочу сказать не тебе сейчас, а Володе. Володь, спасибо. Вот. Спасибо тебе огромное, что провел со мной 4 дня, и всему этому меня научил. Вот, даже не то, что научил, а открыл во мне вот эти вот возможности, способности. А тему, мой милый друг, я хочу сказать, что если ты смотришь этот видеоролик, то каким-то образом ты оказался на сайте у Володи. А если ты оказался на сайте у Володи, то у тебя есть какие-то проблемы, да, наверное. Я не думаю, что из пряного, как это называется, не знаю, да, любопытства, ты просто мониторишь тему пикапа. Моя проблема была в одном. Я очень длительное время находился в постоянных отношениях с девушками, да, то есть я как-то так был такой... Вот нацелены на серьезность отношений. Последние 5 лет я был в отношениях, до этого еще 3 года был в отношениях. То есть у меня одни отношения теперь переросли в другие. И получилось так, что, посчитай, вот 5, 6, 7, 8 лет, да, я практически там был в отношениях и как-то вот не боялся, расставил булки и как-то вообще забыл, что такое знакомиться с женщинами, как-то общаться. Но вот, когда я учился в институте, это было проще, да, когда я работал там на другой работе, это было проще. Когда меня какие-то молодежные компании, тусовки окружали, когда у меня были прошлые и друзья, не женатые все, было проще, да, потому что мы где-то тусовались, куда-то ездили, где-то мотались. А когда вот сейчас, как бы, я расстался с девушкой, я столкнулся с проблемой о том, что ну, да, я подумал, что это легко, как бы подумаешь, ну, найду другую, да, как говорится. Вот, я залез на сайт знакомства, подумал, что как бы вот, это же круто, сайт знакомств, он для этого существует. Оказалось, что нихрена он не для этого существует, это какое-то вообще мракобесие просто, блин. Там мужики-дрочеры, неуверенные в себе, которые, ну, реально, вот, просто закрылись за этими мониторами, ищут какую-то себе виртуальную женщину. Девушки все либо бляди откровенные, либо просто разведенки с прицепами, да, там, ну вот, либо какие-то уже там ищущиеся спонсоров, там, да, ну просто тоже ад полнейший. То есть достойно там просто, ну, реально ничего нет. То есть почему там очень правильно, там в интернете, ну не сидят нормальные люди в интернете, да, нормальные люди, вот у меня сестра офигенная, вот она, когда я как-то ей сказал, что вот я там зарегистрировался на сайте, она говорит, ты что, болен, что ли, да, у меня вот из моих всех подруг тоже, да, там никого нет на сайте знакомств, они все, как бы, мужчин находят в жизни. А на сайте знакомств сидят просто люди, социофобы, бездельники, не знаю, да, или просто, ну, больные на голову. Поэтому я тебе рекомендую удалиться сегодня же, чтобы не было соблазна, да, как бы, там сидеть. Я столкнулся с тем, что там полное говно. Я увлекся темой пикапа, я почитал кучу литературы, я посмотрел кучу видео всяких материалов и видеороликов подходов, и интервью с пикаперами известными. Ну, в общем, все, массу всего. Я подумал, что все, круто, я готов, я пошел, да, вышел, пошел и никуда не пришел, да. Почему? Потому что теорий много, а какие-то страхи, неуверенность, да, еще оставалось. Это как я первый раз сел за руль машины после автошколы, один, без инструктора, и взмок еще только заводя ключ зажигания, да, потому что я подумал, сейчас один поеду, да. И вот так же точно. Я вышел, у меня была куча открывашек, у меня было заготовлено все там, да, вот просто вперед из песни, да. Я уже мог быть сам каким-то таким пикап-переданным теоретиком. Вот, для младших групп, там, школьного возраста. А, я понял, что у меня не получается, как бы, да, мои все подходы, это становилось, что такое бе-бе-бе-бе-бе, там, вот, это было ужасно, сейчас мне даже, там, за себя стыдно перед самим собой, потому что это было настолько неуверенность, да, вот, настолько, вот, как бы, вот, культ, блядь, я подошел к женщине, блядь, пиздец, все, небо упало, да, там, вот, и я понял, что мне нужен кто-то, человек, который возьмет за руку, покажет и расскажет. Я пересмотрел кучу подходов различных пикап-мастеров, я пересмотрел кучу всего, что связано с ними, да, я перечитал массу отзывов, и я остановил свой выбор на Володе Шамшурине, потому что его стиль подходов, он наиболее близок мне, он такой социальный, он естественный, он на грани с директивным, хотя он иногда делает директивный стиль, да, вот. Но, как правило, это у него очень такой жизненный, ну, вот жизненный, безболезненный стиль подходов, да. И очень правильная такая методика у него, она такая жесткая, но в то же время тоже, вот, как я говорил, уже социальная, то есть ты говоришь привет, начинаешь заводить разговор, если девушка не идет на контакт, у тебя нет самоцели ее обязательно открыть, да, потому что женщин кругом много. Это не спорт, ты, надеюсь, не хочешь стать каким-то супер-пупер профессиональным пикапером, а просто хочешь знакомиться с девушками, да. Если одна очаровательная девушка с тобой не знакомится, не отвечает тебе, да, ну, пускай идет дальше своей дорогой. Ничего страшного в этом нету. Когда я понял только это, мне уже стало легче, да, то есть я могу
идти по улице и говорить там, подходить аккуратно и говорить там привет, там классно выглядишь, там, да, как настроение. Вот. Если она не отвечает, я иду следующий, говорю, привет. Ну вот, знаешь, вот будешь смеяться, но у меня даже не было, чтобы вторая не ответила так. Да? Как правило, отвечает вторая, ну, третья всегда. Вот. Хотя бы поговорить. Дальше могут быть затыки уже непосредственно со знакомством, но это уже с опытом приходит, да. Но разогревочные сеты, вот такие, как привет, как дела, да сюда, у меня проходит просто легко и на ура сейчас. Ну вот, а всему этому как бы, во мне эта способность легкости в общении подходит, открыл Володя. Он меня научил многому и различным ситуациям, различным преодолением страхов, барьеров, проверок с женской стороны. Мы с ним сошлись на почве нашего отношения вообще к женщинам с позиции сверху, потому что что он, что я, все равно такие за патриархальные отношения, за отношения, где мужчина главный, женщина ведомая, а в нашем мире потреблятство, да, и использование мужчин как банкоматов, там, да, оленей, там, да, и все прочее, блин, это смотрится, видится. Очень обидно всегда, что мужчины не замечают, что их используют, да, просто пользуются и все, да. Вот, мы с ним над теме очень много раздискутировали, до сих пор как бы общаемся. Вот, Володь, спасибо тебе, что помог мне преодолеть вот эти какие-то неловкие моменты, да, комплексы, и то, что даже сейчас у меня не получается. Я знаю, что ты ждешь моего звонка всегда и говоришь: Володь, если что-то будет не так, позвони, как бы ты на гарантии. Вот. Я знаю, что если мне понадобится даже просто там, чтобы ты меня погонял где-то в поле там пинками своими дружескими, то ты согласишься на это. Тебе, как бы мой друг, я скажу, что еще раз, что не ссы, не бойся, вот, иди к Шамшурину, он тебе подберет твою индивидуальную программу, что тебе нужно. От группового коучинга до какого-то индивидуального. Вот, ходит вообще просто пачками, отвлекают. По результату я скажу как, да, ну, вот, он есть, я тебе скажу по себе, да, это по себе, потому что я вижу, как у меня от легкости в общении до момента просто, я не хочу, я не знакомлюсь, да, я хочу, я знакомлюсь сейчас, да, то есть я сам сейчас выбираю ту ситуацию, не тогда, когда я раньше ждал ее, да, блин, ну, как бы будто я вот там, там, сейчас, ну, действительно, бывают такие состояния, когда вот просто не хочется, да, ты идешь сам, и вот, это, я еще не дошел до этого лайфстиля, да, как Володя, когда он идет, знакомится со всеми, да, то есть, там, пока ты отвернулся, там, купить водички, бутылочку, Володя уже за меня познакомился. Вот. Нет, я проще к этому отношусь пока еще. Да? Я так стараюсь разгоняться пока еще. Вот. Делаю не такое количество подходов, как смотри, бы Шамшурин, там 15 в день, 10 в день. Там, да? То есть я делаю меньше несколько, там, порядка 5, иногда 3. Но зато я подхожу к тем, кто мне нравится. Если даже один из 3 или 5 выстреливает, там, да, то там или 2, там, да, как правило, то и мне доставляет удовольствие. А уж про клубные знакомства, знакомства в ресторанах, в барах, в кафе, в парках, я вообще молчу. Для меня это стало, ну, настолько естественно, да, вот просто я пока вот с момента окончания тренинга с Шамшуриным у меня не было ни разу, чтобы, вот честно скажу тебе, ни разу, чтобы я посидел в кафе, сходил с друзьями в бар, сходил в клуб, просто где-то покушал, там, поужинал. В обеды иногда бывает торопятся люди, я тороплюсь. Вот. Чтобы я не познакомился и не пообщался с девушкой. Это стало уже так естественно, да, то есть это каждый вечер заканчивается знакомством. Дальше бывает по-разному, да, но знакомство всегда происходит. Вот, спасибо тебе за то, что ты делаешь, за то, что ты помогаешь молодым, помогаешь и нашего возраста ребятам, за то, что ты помогаешь преодолеть какие-то выдуманные социальные барьеры, которые навешаны нам, как ярлыки, да, там, что это страшно, что это нельзя, там, что, там, ну, она же меня пошлет нахрен, да, там, блин, знаешь, вот мы еще вот боимся, чего сами не знаем. Вот, на самом деле все проще, и жить надо проще. Рад, что у меня появился такой друг, товарищ, человек замечательный, рыжий, вот, который приносит счастье, Володя Шамшурин. Ну вот, Володь, спасибо тебе, до встречи, и, ну, делай, что делаешь, там будет, что будет, как бы, да. Спасибо тебе огромное.